Друзья, ну что, опять нам позвонили. Еще одна измученная душа просит помощи. Старенький пес, похожий на скелетик, весь общипанный, ободранный, седой. Сил у него хватило только дойти до магазина и там упасть и ожидать помощи. Мы выехали. Привет, малыш. Привет, мой хороший. Привет. Привет, мой хороший. Ты такой старый-старый. Вы куда едете? Ты что, не видишь? Надо было снять его, как он болтает, вот здесь стоит. Тихонечко снять здесь его и в интернет вывесить. Бери телефон. Подожди, да, я его подкормлю, чтоб немножко. А потом я одену его. Малыш, домовничек. Малыш. Просто скелет. Не бойся, малыш, Миша дышит. Просто лежит. Ребят, нам позвонили, что лежит ребенок. Очень старенький, очень хороший мой золотой, маленький. Очень худенький. Просто скелет. Не бойся, малыш, лежи. Просто ребра. Друзья, как часто слышишь слова, чтоб ты сдох, как старый пес. Ведь люди говорят это в сердцах, не задумываясь о том, насколько страшное пожелание они озвучивают. И действительно, насколько страшно умирают старые собаки, которые верой и правдой служат человеку. А когда состарился, его просто снимают с цепи и вышвыривают за ворота, не давая ни капли воды, ни куска хлеба в последние дни. Это страшно. И таких старичков у нас в приюте уже много. Сейчас у нас новый старичок. Он сейчас сидит за моей спиной. Ничего, сейчас приедем. Мы заезжали в строймагазин, в хозяйственный, купили кое-что, что необходимо для приюта. И тут поступил звонок, что надо подобрать мальчика. И мы поехали, ребят. Так, малыш, очень старый, дайте ему водички, ребята. Принеси воды. Господи, ну это вообще кошмар, конечно. Бедный ребенок. Да, солнышко? Да, солнышко.
сам подошел, да? Водички принесете? Я вижу, да. Вы его укусили там, видишь? По-моему, гнет. Да. А, слушай. Покажи мордочку, малыш. Там раны нету? Дай мама покажет. Да, на горле опухоль. Нет, не видно. Клетку, бутовку посадим. Пусть пьет. Да, ребят, сразу убираем. Маленький мой, ну-ка. Так. Да, опухоль. Ну, это давай мы сейчас осмотрим. Да, у него гноится здесь. Хорошо. Неси его пока в бытовку. Где ты его? Давай его в бытовку донесешь. Пока посадим бытовый. Куда? Вот сюда, сюда. Запускай. Ребята, мы мальчика везем в клинику, надо сделать снимок, что у него с горлом. У него опухоль на горле и гноится. Не поймем, то ли прокус, то ли что-то было, рана. В общем, ребенка надо срочно показать врачу. Состояние у него тяжелое. Дай бог, чтобы нам помогли. Мы показали мальчика. Врачи развели руками. Помочь здесь нельзя. Никак. Только удалить нижнюю челюсть. А ребенку лет 14 минимум. Малыш, наркоз просто не выдержит. Это первое. И второе. Удаляя нижнюю челюсть, пластика. Для молодого она была бы эффективна. Для старого нет. Приговор мальчику вынесло 3 врачей. Хирург. Что единственный вариант – это эвтаназия. Мы не можем тебе помочь, детка. Нижняя челюсть сгнила. Мы можем только облегчить, чтобы ушел. Ребята, нам часто приходится принимать решения. И если есть шанс облегчить животному уход, мы облегчаем. Кто-то может осудить. Ваше право. Я принимаю решение. Все, что могли мы сделать для мальчика, показать ему, что мир добрый. Пусть даже перед его уходом. За черту. И что не все люди одинаковы. И даже отпуская ребенка, мы скорбим. Но это правильно. Мы не боги и не ангелы. Наши технологии не настолько высоки. Мы исходим из того, что мы можем сделать. Здесь было 2 пути. Оставить мальчика медленно угасать, испытывая дикую боль, или отпустить. Я приняла решение. Ребенок ушел. Я прошу вас за это прощение и понимание.